В этот день, 23 июня, 76 лет назад, началась операция «Багратион». Она самая крупнейшая за всю историю человечества. В ней приняли участие более 2,5 миллионов человек с обеих сторон. Боевые действия длились 68 дней. В ходе операции «Багратион» были освобождены от немецких захватчиков Белоруссия, часть Прибалтики и восточные районы Польши. Немецко-фашистские войска потеряли за это время около 400 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Были захвачены живыми 22 немецких генерала. Еще 10 погибли. Группа армий «Центр» была практически разгромлена. В нашем городе живет участник операции «Багратион» Анатолий Рябинин. Анатолий Иванович ушел на фронт в 17 лет. Воевал на 3-м Белорусском фронте 5-й армии. Дважды был ранен. Победу встретил в госпитале Восточной Пруссии. Восстанавливался после контузии. Когда медсестра сообщила о полной капитуляции фашистов, все забыли о боли и устроили салют из подушек, вспоминает Анатолий Иванович. За храбрость, стойкость и мужество получил орден Отечественной войны второй степени, медаль за победу над Германией и Жукова, а также медаль Орден доблести. После войны служил на Южном Сахалине. Работал изыскателем в Дальстройпроекте Магаданской области. В сентябре Анатолию Ивановичу исполнится 94 года.